Сегодня какое у нас число-то? 16, сейчас гляну. 18 октября, вон у нас. Видно уже снег. Сейчас заводим захват, поеду покажу сенаж. Попробуем с вами определить, сколько же рулона сенажа, ну, скорее всего, силоса весит с класса 46-го, то есть мотали Атаву. Утром косил, вечером ее мотали, то есть она не то, что там подвяленная была, а просто сырая была. И сейчас посмотрим, как он привезет ее и сколько он примерно весит, этот рулон. Давай попробуй заводи. Но здесь аккумуляторы слабоватенькие. Так, ну вот, приехали на поле, показываю, вон лежит сенаж. Он там вдали видно, не видно, это в сентябре уже, начало октября мотали. Сейчас вот это все, что на торцах стоят, это июнь, июль мотали. В разговоре были, почему, вопрос, почему нельзя хранить, просто выкинув его с обмотчика. Потому что происходит вот такое вот. Вот получается вот это вот силос такой сырой. И вот он, что происходит, какая деформация с рулона. То есть, во-первых, он деформируется сильно, проминается к земле. И от земли начинает плесневеть. Я не знаю, почему, может, то есть слои сенажа как бы начинают преть больше, а на торце меньше. Ну, вот такой вот провал происходит. Это именно вот силос. Сенаж меньше проваливается, он там вдали лежит. Но если вы катаете в октябре, в сентябре-октябре, и то есть до кормежки там месяц-полтора, то можно его и в принципе не ставить. Вот мы там в августе Атаву катали. Сейчас покажу, как они деформировались или нет. Тоже, точно так же они лежат. Сейчас подъедем и оттуда будем брать Атаву на кормление. И покажу, какой вес примерно, подумаем. Какой вес этого рулона сенажа будет. Вернее, даже силы. Вот, подъезжаем к нашему сенажу. Это сейчас даже сравним, как на торце, как здесь. Ну, здесь я уже забирал. Сейчас, наверное, отсюда и будем брать. Так. Ну вот, это испанская пленка, выдувная, которая. Вот так он хранится. Видно, что они проваливаются, то есть деформируются. Но было мной замечено, что вот эти вот птицы меньше их клюют. Вот когда они вот так лежат. А с торца много проклеванных рулонов. То есть приходится ездить, ремонтировать. Но и не всегда успевается этот вовремя ремонт производиться. Но тут вот лежит для примера. Вот так он лежит на торца, то есть он не деформируется. И вот он лежит вот так, деформировавшийся. Но вот эти вот, ну я же говорю, конец августа, начало сентября, то есть прошло немного времени, как раз только закваска, наверное, произошла. И из-за этого они еще не преют, как бы, не плесневеют снизу. Ладно, сейчас попробуем показать, зацепить, какой я один. Как бы неудобно. Как-то вот так сделаю, наверное.
Ну, как-то вот так вот. То есть видно, что трактор подымает, его козлит. Как это будет все дело зимой происходить? А вот с куном он как бы нормально едет. Без проблем. Знаешь, куновским, наверное, будем вывозить. Такой у нас захват, видели все. Все самодельное. Делал Бельков. Дядь Миша. Так что кому надо, можно сделать такие захваты на зад. Ну, а мне кажется, у нас 80-ка с передком, они будут тяжеловаты наперед, из-за этого их вешаем назад, а наперед стоит у нас пики. Ладно, вроде бы все. Закончу видео, не закончу. Может, приеду еще раз, попробую вывести, будут какие-то интересные кадры, добавлю в это видео. А так, пишите в комментариях, сколько, на ваш взгляд, весит этот рулон. Я сравниваю с косилкой КРНовской, то есть, которая там 500-600 килограмм весит. То есть я с ней еду на 80-ке, у меня не козлит, ничего. То есть вот они, то есть те же самые 500-600 килограмм, ну, маленько вынесены, согласен, но не может его так козлить из-за 500 килограмм. Это мое мнение. Пишите в комментариях, жду. Кто чего. Может, у кого-то есть опыт, кто-то их у себя делает и взвешивал, сколько же они на самом деле весят. Ладно, поехал я. Так, ну вот, будем при вас скрывать. Вон там, Игорь. Ага. Ну, хорош. И вверх надо так про... Ага. То есть нормально? Нормально. Запах, что за запах? Ты ешь такое, нет? Закусываю только, да? Да. Ну все, отличный рулон, то есть ладно, оставляю. Никаких признаков, ни этот запах кисло-фруктовый, похож на силос, но не как в колхозах с гнилью, а вот такой вот. Это Отава. Все при вас привез, все показал. Это вот силос, то есть это прям сырая трава была. Без влаги, то есть нету там дождя, ничего. Что это такое? Вот плесень. То ли клевали, то ли это. Да вот такой нет. Вообще незаметное, только-только, да? Угу. Вот. Видно, не видно. Несколько очагов. Ладно, все нормально.